А это знаменитый хрустальный череп. Видите, как он выглядит? Со всех сторон его обойду, чтобы вы могли увидеть. То есть о нем сложено много легенд, о нем рассказывают очень много разных волшебных сказок. И вот мы наконец-то тоже добрались до него. И мы здесь. И вы с нами можете посмотреть, заглянуть прямо в глаза этому удивительному созданию древних времен.